Мое почтение, дорогой и уважаемый зритель. Меня зовут Алексей Бондарев, я продюсер Новосибирского театра «Кабаре». Сегодня наш видеообзор посвящен мистической кабаре-комедии «Секрет вечной молодости». Можно ли представить активную женщину на недельной самоизоляции или на месячном карантине? А ведь героини спектакля «Секрет вечной молодости» провели в заточении 500 лет без Икеи и Пятерочки. Да уж, гремучая смесь. А если представить, что их трое, становится просто страшно. Тем более, что женщины, они не простые, они ведьмы. И чтобы избежать власти времени и навсегда остаться молодыми, до первого луча солнца им нужно добиться любви простого смертного. На их счастье, в их заброшенную ведьмину пещеру забрел молодой мужчина, пробивший колесо своего автомобиля. Что из этого вышло, смотрите в мистической кабаре-комедии «Секрет вечной молодости».